Благотворительная акция в поддержку фонда помощи бездомным животным «Багира» прошла на детской площадке в микрорайоне «Кемпинг». Веселая зажигательная музыка, аниматоры, пирожки и леденцы – так прошла благотворительная акция в поддержку фонда помощи бездомным животным Саиды Отырба «Багира». Наш фонд «Багира» проводит эту акцию, который создан в 2016 году. К сожалению, бездомные животные – это очень большая проблема всех наших городов Абхазии. Мы пытаемся немножечко решить эту проблему. На сегодняшний день у нас в приюте 300 бездомных собак, которые были с разных городов Абхазии собраны. Позже мы их будем пристраивать. И хотим немножечко дать понять детям, которые будут подрастать, что заводить собаку – это большая ответственность, чтобы они их не выбрасывали в дальнейшем на улицу и понимали, что бездомные собаки – это дело рук человека. Цель подобных акций, как сказала Саида Отырба, это привить с ранних лет детям ответственность и заботу к животным. Через игры, музыку, помочь им понять, что домашнее животное нельзя оставить на улице, так как для этого существуют такие приюты, как Багира. Каждый желающий мог поддержать фонд, отдав на благо бездомным животным небольшую сумму денег. Подобные акции планируют проводить не только в Гагарском районе, но и в других городах республики.